Гастроужин – это сочетание еды и вина. Сегодня мы в ресторане «Шококо», где пройдет презентация 8 блюд от шеф-повара и дегустация изысканных новых вин завода «Инкерман». Сегодня мы представляем две уникальные коллекции. Это коллекция «Севре», теруарная коллекция Севастопольского региона, и коллекция «Эритаж». Также каждому блюду мы сегодня подобрали определенную закуску, которая прекрасно дополняет вкус вина. Мария, скажите, как часто вы будете приезжать в Шококо с новыми коллекциями? Как часто мы будем проводить так душевно вечера? Инкерман на сегодняшний момент производит 70 наименований вин. Нам есть чем удивлять, нам есть что дегустировать. Вино прекрасно, оно не такое традиционное, как наши обычные стандартные крымские вина. Из того, что мы попробовали блюд, мне больше всего понравился судак со сливочным соусом. Это мои субъективные мнения по поводу того, что мы сегодня попробовали. Мы сегодня предлагаем для наших гостей 8 изысканных вин от торговой марки «Инкерман» и плюс 8 блюд от нашего шеф-повара. Не каждый знает, да, какое вино идет под какое блюдо. Вино создано для того, чтобы быть оправой блюд, да, как, например, перстень для бриллианта. Девушки, расскажите, что сегодня вам пришлось больше всего по вкусу от шеф-повара и от завода «Инкерман»? Кухня превосходная. Вино потрясающее. Вообще классное мероприятие, мне очень понравилось. Да, особенно... Хочу отметить вот сочетание блюд и вина. То есть это удивительно подобрано, все очень нравится.